se cumplieron 79 años del Día de la Victoria. ¿Cómo se ve linda esa bandera con la hoja y el martillo? Ondeando. Del Día de la Victoria. Esas son las contradicciones que en este momento nos están impulsando a ser mejores. El reconocimiento a la Unión Soviética como una revolución que hizo cambios importantísimos en el mundo. El reconocimiento, decía el presidente Nicolás Maduro, a esa isla allí en el Caribe, llamada Cuba, que movió y revolucionó América Latina. 79 años, vamos a verlo. Rueda. Военный парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, совершается. Под звуки марша «Прощание славянки» оркестр покидает Красную площадь. Парад победы... Техника ракетных войск и артиллерии представлена высокоточными ракетными комплексами «Искандер-М» 112-й гвардейской новороссийской ракетной бригады и 448-й ракетной бригады имени конструктора ракетного вооружения Сергея Непобедимого. Возглавляет парадный расчет майор Иван Перминов. Сегодня воины-ракетчики своими внезапными и мощными ударами наносят невосполнимый ущерб противнику в зоне специальной военной операции. 61 единица боевой техники, стоящей на вооружении российской армии. По традиции, открывает прохождение техники легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. Командует экипажем 34-ки старший лейтенант Александр Воробьев. Красной площадью знаменитый кубинский «Бриллиант» в составе девятки самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Красной площадью расцвечивает цвета государственного флага Российской Федерации шестерка самолетов-штурмовиков Су-25БМ. Возглавляет подполковник Владимир Мордов. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции. Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником.
Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. В тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. Три первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. При этом, подчеркну, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан. Мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. И неизменно равняемся на поколение победителей. Отважное, благородное, мудрое. На его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды. Всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия. В вас верят. Переживают за вас и наши ветераны, и духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколение героев Отечества. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны.
перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица, вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Finalizar, ya estamos terminando. Fíjense, yo tengo aquí un listado, el número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial por país. Por país. Vamos a leerlo, bien interesante. Porque Occidente ha tratado de borrar la victoria del pueblo ruso, del pueblo soviético. Irak, estamos hablando de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Irak, 1000. Víctima. Terranova, 1000. Malta, 2000. Brasil, 2000. Luxemburgo, 4000. Dinamarca, 4000. Sudáfrica, 8000. Noruega, 11000. Nueva Zelanda, 12000. España, 15000. Libia, 20000. Bulgaria, 24000. Australia, 24000. Canadá, 39000. Timor Portugués, 55000. Islas del Pacífico, 57000. Albania, 58000. Corea, dentro de Japón, 80000. Singapur, 80000. Finlandia, 83000. Bélgica, 86000. Tailandia, 128000. Países Bajos, 220000. Checoslovaquia, 370000. Reino Unido, 380000. Estados Unidos. Muy importante esta cifra, porque ellos estaban conspirando conjuntamente con Francia y Reino Unido para aliarse a Alemania y atacar a Rusia, para que lo sepan. Eso es histórico. Estados Unidos, 417000 en la Segunda Guerra Mundial. Austria, 420000. Grecia, 435000. Italia, 479000. Hungría, 570000. Francia, 665000. Malasia, 695000. Etiopía, 860000. Filipinas, 1000000. Yugoslavia, 1.027.000. Birmania, 1.100.000. Rumanía, 1.200.000. Indochina Francesa, 2.021.000. Japón, 2.5 millones. India, 3.036.000. Indonesia, 4 millones. Polonia, 6.187.000. Alemania, 8.400.000. Alemania, que era la Alemania nazi, atacante. China, 15.500.000. Y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 26.600.000 víctimas. Y fue la que derrotó a los alemanes. Fue la que colocó en el Reichstag la bandera, esa bandera de la hoja y el martillo roja. Eso lo han querido borrar. Y hay un pasajito así pequeño de una película rusa en donde un oficial le dice a otro: no nos perdonarán jamás, en la época, pues, en el año, pues, después que derrotan a Alemania. Y le dice al oficial ruso: no nos perdonarán esta victoria. No nos van a perdonar.
y ahora es que van a atacarnos y van a inventarse todo para borrar nuestra victoria. Nunca nos perdonarán, lo dice ese oficial este ruso, oficial soviético para la época. En esa película que rememora esa conversación entre un oficial soviético y otro oficial. Igual pasa con nosotros, camarada. El que crea, miren, con esto culmino, el que crea que Estados Unidos nos va a perdonar a Hugo Chávez haber llegado al poder desde el año 1998, que ganamos las elecciones, en 1999, que llegamos al poder, y la constituyente y la constitución. El que crea que Estados Unidos nos va a perdonar todos estos 25, 26 años de revolución, está equivocado. Y lo digo desde el corazón, ¿saben? Porque hay gente que cree que con Estados Unidos se puede conversar, que con Estados Unidos se puede llegar, dialogar, pues. No, con Estados Unidos se puede negociar bajo, escúchese bien, de par a par, de tú a tú. Pero jamás, jamás se nos olvide que ellos nunca nos perdonarán que hayamos ejercido soberanía sobre nuestra tierra y que hubiera llegado la revolución bolivariana al poder. Eso nunca, jamás nos los van a perdonar. Así como también nunca jamás se lo perdonarán a los soviéticos, así como nunca jamás se lo perdonarán a los chinos, así como nunca jamás se lo perdonarán a Irán, se lo perdonarán a Nicaragua, ni nada. Ellos, y agradezcamos que este nuevo orden mundial que están haciendo va a poner un parado, más temprano que tarde, ¿saben?, a ese régimen de odio y sistema de odio aplastante que ellos trataron de imponer desde el momento en que llegaron a hacer hegemonía y desde antes. Ese esquema neocolonial, colonialista e invasor, esa política de James Monroe para América Latina. Nunca nos van a perdonar. Eso métanselo en la cabeza. El que crea todavía que nosotros podemos llegar a buenos términos, lamento decirles que yo soy, o por lo menos yo soy muy pesimista con relación a eso. Como decía Ernesto Che Guevara, para confiar en los gringos, ni tantito así. Ni tantito así.